Буэнос диас, братва. Ядерно разведывательный заряд ваш экрана, это значит, что мы идем с какой-то неведомой за железкой в Borderlands. Поэтому усаживайся поудобнее, берите свои ништячки и вперед. Так. Вот каков наш адский план. Фарб Геймлин, нам надо как-то забраться вот на то возвышение. Очевидный вариант, вот эта вот лесенка. Твою ж мать, рокет-джамп что ли применить? Вот у меня ракетница. Так, значит, начинаются приколы. Ладно, попиздовали туда. Надеюсь, на меня сейчас робособаки не наедут. Наедут. Оказывается, эта куколка еще и невъебенно точно. Мне это, сука, нравится. Так, а вот та штука очень напоминает арену. Отстрел нечисти, продолжаем. Так, сейвилка. Какого хуя? Что за... Потому что нехуй кайтить, где попало. Так. Робосраки отстреляны. Угу, то есть мне придется пройти вот так, выбраться на той стороне. Да, уже хуительно прошелся. Это что, из рака вывалилось? Да ладно. Не думаю, что мы ему понадобимся.
Проблема была в том, что а, я ни хрена не видел, б, я снова, сука, улетел вниз. А вот сейчас мужара началась интересная. Режем нахуй. Да уж, пилеву получил знатно. Так, там еще какая-то тварь сидит. Там. Однако. Да что ты делать-то будешь? Улик. Чуть не ёбнулся опять. Третий раз я об этот путь не особо-то и осилил. Робопёс, робопёс, единственный в мире малыш робопёс. Так, чё, желающие умереть снова кончились? Обидно. Попиздюхали, чё делать? А пиздюхать нам долго. Учитывая... Годится. Так, чё, двигаемся дальше. Начинай сначала. Так.
пиздуем далее. Интересно, раз уж доктор Нет появился, робозомби будут. Ой, там что-то красивое выпало. Ой, еще один. Да шо ж такое-то, а? Да когда ж они, сука, кончатся-то, блядь? Сука. Я ебал того ябала. Ёпс. Есть разрыв. Готовченко. Заебись. Это не рыбалюцы, это же какой-то рыбацит получается. Да откуда ж ты, сука, долбаешь?
Так, а вот и склад. Нельзя быть слишком богатым, слишком красивым и слишком хорошо вооруженным. Так, где комендант? Блять, я тут начинаю понимать, что... Вообще по-хорошему. О, новые трансфузионочки подвезли. Еще более злый, еще более кусач. А соска-то при жизни зачетная была. Но сейчас не об этом. Мани туда. Так, буки. Беспроводное устройство кодирования. И сейчас должно начаться мясо. Знаете, кого они мне напоминают вот с этими хуйнями на голове? Этих, как их, блять? Бандюков из Сириус Сэма, во! Точно такая же, как эта хуятина на голове, которая управляет их жизнью. Thank you.
мать вашу, как вы его беретесь? Слава богу, у меня бесконечные патроны. Что я опять сделал? Пушка упала. Красиво, ничего не скажешь. Заебись. Теперь бегом, бегом, бегом.
Как говорится, не все так просто. Да что ты делать-то будешь, а? Да уж, мясо знатное. Спорить не стану. Your opinion is important to us. This is it. The most challenging and most final phase of Operation Trap Clap Trap Tap Trap. Operation Trap Trap Clap. Christ, that's a mouthful. Trap clap trap trap clap trap trap clap. Пиздец. Sequence into the wired device. 34-й левел, сука. All you have to do is get close enough to the original Ninja Assassin Claptrap to use it. Oh, and please fill out a comment. Yes, no, 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 no. Somehow managed to survive. Be careful. Ну вот и забись. Я так понимаю, на этом можно сделать перерывчик. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх. До встречи.